Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И это продолжение партии за Испанию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им большое за поддержку. А всем зрителям приятного продолжения просмотра. Я думаю, кто-то может сказать, что слушай, ты ж типа играешь за... Испанию, тебе надо караваны больше, коммерческие районы ставить. Я соглашусь, в некотором смысле, да, но сейчас без защиты от скифа я с коммерческими районами радостно бы проиграл. Поэтому сначала защищаемся. О, тут у нас лагерь еще. Я как раз сюда город хотел ставить, блин. А потом уже... Улучшаем экономику. Так, пойдем-ка скаутом вот туда побегаем. Вот сюда надо военный лагерь будет поставить. Значит, у нас еще две цивилизации встречи. Это, судя по всему, Рим. Рим и еще кто-то. Так, инженерное дело я открыл. Теперь ученичество, а потом... Математика, военная тактика. Я думаю, что вот пикинеры меня защитят вот вплоть до, не знаю, сюда. А тут уже мои конкистадоры. Довольно мощный юнит. Так, ну давайте Ватикан засоюзим. Не за союзе, смотри, там его союзит, кстати, скиф. Так, что я в Толедо хочу? Ну вот в Толедо центр коммерции, я думаю, имеет смысл. Очень неохота под вулкан его ставить, как и на холме неохота ставить. Ну тут, я смотрю, вариантов-то особо у меня и нету. Кстати, акведук. А, акведук. Но мне, видимо, кстати, вот тут придется акведук, а тут... Давайте, наверное, мы сюда тогда центр коммерции поставим, промышленную зону потом сюда, здесь акведук. Как-то так. Придется все-таки под вулкан. Что поделать? Давайте глянем, что там еще на всякий случай. Так, бананы обработаны. Кто тут со священным местом? Куда? 4, 5. Тут неохота ставить по той простой причине, что тут вырубит, например, Мали.
все, предположим, да? Хорошо, что с кампусом? Кампус плюс 5 у нас вот здесь. С другой стороны, вот эти вот все клетки очень жалко. Слушайте, давайте я вот здесь вместо камня поставлю священное место. Очень в тему. Так, мне нужен, мне кажется, миссионер. Иначе там религия Мали будет на меня влиять. Давайте я куплю миссионера. Так, а религии больше никто не основал? Ислам не укреплял еще? Так, 13 ходов. Слушайте, а где у нас миссия? По-моему, она где-то... социальных. Нет. Подождите, а где миссия реально? Может, она сразу доступна? Мали Оракул. Гурдвара 190 стоит. Ну я тут, наверное, где-то у гор поставлю. Мне кажется, вот сюда стоит поставить. Так, достраиваем кампус. Мне кажется, знаете что? Я думаю, мне надо сейчас купить апостола и укрепить религию на науку от последователей. Мали, а ты сильно ходишь этот мрамор? Так, вот тут у нас есть плюс 4. Я, наверное, кстати, вот этим рабочим и пойду на эту болото и вырублю его под священное место. Так, ну мне нужна правительственная площадь. И, в общем-то, так, блин, я хотел отменить. Ладно. Мне надо в теократию идти. Так, через исторические хроники. Ладно, пока так пойдем. Я, в принципе, я должен два кампуса. Первый кампус вот в Мадриде. А, так это не, у меня уже один есть. Это второй, как раз исторические хроники мы ускоряем. Да, ну оборонительную тактику придется так открывать. Нету смысла ждать. Так, а чеченицы у нас в гильдиях. Один ход подождем. Один ход я с удовольствием подожду. Вау. Какое еще чудо, Кайлас. Что-то я два чуда нашел, и оба чуда из этих, из ББСа.
Хотя Артемиду никто не построил еще. Слушайте, а кампус тут где? 2, 2. Кстати, кампус, скорее всего, где-нибудь тут можно поставить. Может, мне тогда вот сюда правительственную площадь, то есть это уйдет соседство для священного места, но сама правительственная площадь будет давать соседство. Мне кажется, в этом есть смысл. Так, есть кампус, исторические хроники ускорили. Давайте куплю Гурдвару. Строим рабочего. И ставим вот здесь правительственную площадь. Надо будет вырубить, конечно же. Так, а что у нас еще с промышленностью? А, через три хода промышленная зона будет видна. Кстати, и на Интаре еще промышленное производство надо будет поставить. Так, тут мы откладываем производство. Для того, чтобы начать сразу священного места. Так, и наверное, коплю теперь религию на укрепление. Сколько апостол стоит? 200. А, уже все тут. Блин, пока шел миссионером. Да, можно эту не вести. Давайте вернем. Так, сколько у нас еще дружба? 13 ходов. Вот за 13 ходов надо бы успеть в Бильбао и в Барселоне военные лагеря поставить. Со стенами.
И гаскив ты уже вокруг Иерусалима городов понаставил. Круто, да? Занимай. Ну, да. Ну, ставься, кампус. Я, наверное, сейчас поставлю, конечно, соседство для кампусов. Вместо производства в городах. А, тут еще 50% на... Тоже можно, кстати, убрать. Так, а что там прежде наняли? Какого-то ученого явно забрали хорошего. Есть подозрение. Нет, пока только один... Одного ученого дает озарение для трех случайных технологий античности и средневековья. Забрали. Слушайте, тут не очень удобно. Лагерь стоит, конечно. Может апнуть в лучника пока. Так. Ценитель, веру... Держим для покупки апостола. А, может мрамор этот обработать, чтобы можно... Сейчас посмотрю, если есть с кем торговать, то обработаю. Меха с малину, кстати. Тогда давайте купим. Испанец предложение. Просто обойду это вдоль империи. Такие разведчики. Окей. Мне, кстати, смоли, видимо, надо. Союз. Тоже мы всем и торгуем. И я не знаю, чем я города моли. Моли предложение. Так, сначала плюс 25% веры, класс. Так, теперь один ход до промышленной зоны. Ну я, конечно, буду правительственную площадь, а не промышленную зону ставить. Что у нас тут с акведуками, надо будет еще посмотреть. Водяная мельница, нужна ли мне водяная мельница? Или я уже все открыл? Я уже все открыл. Лучника можно, кстати. О, то меня одного убило. Пока так, оставлю Агоге. Надо юниты построить. 44, нормально. Или сделать тут шахту. Ладно, я сделаю. Ой. Варварские лучники. Блин, тут вот у ацтека как раз жирные места очень. Вот. Сносим ацтека. А? Сносим ацтека? Вот у него типа такие, как вот у нас Барселона и у Алата стоят. Такого вида у него жирные места. Это еще там чудо в центре. Кайлас. Ну, Барселона слишком жирная, по-моему, нет? По-моему, нет. Так, посла. Ой, посла, апостола. Ну, я камп-лагерь варваров хотел забрать.
Стоят, этим я, наверное, из Севилья отправлю. Блин, а чё так больно? Фак. Ух ты, минус 5 пошло. Но это из-за того, что перестал караван бегать, но мне деньги нужны, слушайте, а я не могу здесь пока ничего обработать, получается. Так. Ну, центр коммерции надо ставить. Вопрос, где? Ну, видимо, акведук сюда, промышленную зону сюда. Значит, центр коммерции все-таки сюда давайте. А, подождите, я ж правительственную площадь ставлю. Я тогда правительственную площадь не смогу. Давайте, наверное, еще строителя пока. Так, здесь я что открыл? Вот это надо убрать, пожалуй, уже. Может, содержание юнитов снизим? Только минус 4 по содержанию юнитов. Ничего из этого не надо, как мне кажется. Давайте плюс 5 против варваров поставлю. А то у меня тут лагерь... Ну, уже повеселее. Надо атаковать. Если следующим ходом лучником убью. А город я все-таки а хочу... Право прохода дашь мне? Ты кого спрашиваешь? Испанца. Так ты мне не присылал ничего вроде. Пришли, он тебе откажет. Постою здесь пока. Так. Брать ли мне Лян в Толедо? И прокачивать на то, чтобы... Мне кажется, что скиф в ближайшее время нападать не будет. Так, 8 ходов. Тут мы стоим в обороне. Пропускаем. Так, во всех моих городах католицизм есть. А у Аспика какая нация? У кого? Мали, Мали. Ух ты, вау. Ну, принесу в жертву, видимо, но зато заберу лагерь. Так, проповедуем верование. И вот, к науку за каждых 4 последователей. 56. Зашибись. Так. Но он может убить, кстати, этого. Давайте я так сделаю. Так, из Севильи в Мадрид. Теперь я могу еще один караван купить. Наверное, из Барселоны. Куплю за веру причем. Иду к сюда, а здесь будет у нас производственная площадь. Ауч, ауч, ногу свело. Ой. Так, сделан монумент.
Может начать с центра камня. Не, ну, вообще тут бы строителя тоже купить. 60. Блин, а чё пока строить? Но я строителям тут вырублю для центра коммерции, тут вырублю для военного лагеря. Ладно, давайте воина пока. Это же будущие конкистадоры. Я думаю, что воинов мне надо тоже дофига сделать. Наверное, этого миссионера чисто на разведку отправлю. Он игнорирует границы. Ну, хотя у нас открыты уже границы с этим. 70 с скифом. Нет, мечника не буду открывать. Акведук, поехали. Лео, убери метку, которая у тебя стояла на лагере. Да ладно, убил все. А, разведчика, да. Разведчика я пожертвовал. Я думал, это убило мне снизу. Но зато я точно в золотой век выйду уже. Спасибо за игру. Давайте. Спасибо за игру. А что там, Рим двоих вынес, что ли? Да, да. Кайф. Атиньо, вот этим всадником с холма отойди, пожалуйста. Так, из Барселоны в Мадрид тоже. Дороги прокладываем. Стоим, пока ждем. Не хочу я тут город ставить. Слишком много пустыни, мне кажется. Или поставить, слушайте, какая разница? Нет, мне не нравится, что отсюда подход с кифом будет очень хороший. Мне надо его где-нибудь вот тут ставить. Или тут, или тут. Тут военный лагерь, вот такое. Поэтому ждем, чтоб того варвара выманить. Так, я открыл союзы, если чё. Монархию сначала. Потом так. Монархия ускорена. 6 ферм я не сделаю, 2 рынка вполне. Тем более, что один уже есть. А, блин, я хотел тут рабочего купить. В Бильбао забыл совершенно.
Так, Мали кинем дружбу, Кри кинем дружбу, Ацтеку кинем дружбу. Он сейчас должен сюда встать, по идее. Варвар. Нет. Не-не-не-не-не, испанец. Убери, пожалуйста, миссионера. Это чисто... Я не буду обращать. Я исследую чисто. Обещаю не обращать. Блин, а чё ж он сюда не встал? Нехорошо. Неужели он там так и стоит? Фак. Ну, неудачно вообще. Вообще неудачно. Так, слушайте, мне надо 70... Мали предложение. Я ему давал 10 монет. Посмотрим. Мне просто надо тут правительственную площадь ставить. Не так мешаешься своими юнитами, ну охренеть. Вот я опять не люблю давать проход. Хотел болото высушить? Да. Не знаю. Я тебе не дам. Так, есть кампус в Севилье, ну, тоже пора. Центр, а, у нас один ход. Так, давайте тут строителя. А вот, кстати, я не знаю, где здесь ставить центр коммерции лучше. Он что, убьет? Да. Жалко терять, конечно. Но я таким образом хотя бы его убью. Обстреляв лучниками. Фак. Вот это я тупанул. Черт. Короче, мне надо дуболомов строить, очевидно. И выходить в конкистадоров, видимо. А, вот где миссия. Где конкистадоры? Тут. Они требуют селитру. А я открыл селитру вообще?
Да, и что, у меня нету селитры? А, есть, слава богу, вот. И у Севили еще будет селитра, отлично. Тогда этот идет сюда обрабатывать селитру. Тут Лян надо... улучшать и ремонтировать центр коммерции. Надо сейчас поставить будет карточку на... Ну, короче, мне дуболомов надо кучу построить, очевидно. Блин, не могу здесь город поставить, прикиньте. Блин, как я два юнита потерял. Ни с чего. Оружейная нужна для ускорения. А я ее открыл? Открыл. Феодализм. Кстати, скоро союза. Четыре хода. Да, кстати, я уже давно в союзах. Там никто не хочет... и Мадрид предел получил. Ну ничего, сейчас зал для приемов построится, это еще плюс к жилью станет. О, наконец-то. Нет, это Лахор. Рим. Слушайте, может мне Рим не встречать до следующей эпохи? Так, у нас уже дофига веры. Я думаю, что нам надо... Так. Я хочу вот сюда поставить город. Куча веры. Болото осушил. Слушайте, я тут еще могу стать. Тут вообще другой континент может быть. Надо будет еще купить поселенца, наверное, в этом городе. А, три хода осталось. Тогда в Мадриде. Тогда этим, кстати, можно к этому городу идти. Тут не появится новый посел. Рабочий. Так, стоим, ждем денег, чтобы эту клетку выкупить. Там 70 требуется. Да. Так, а что там Ватикан дает? При активации он начинает 400 влияния вашей религии на города в радиусе 10 клеток. Так, тогда мне надо в Севиле использовать и обратиться ацтек тогда в мою религию. Сколько я уже имею науки именно с религии?
11. Так, я решил... Здесь священное... Нет, не священное место. А кого я решил тут стать? Центр коммерции. Смотрите, я могу тут центр коммерции. Здесь акведук. Здесь производственную площадь. Поэтому здесь вырубаем пшеницу. И ставим центр коммерции. Мали предложение. О, у нас, наверное, торговля, кстати, с Мали закончилась еще. О, Мали там уже 4 промзоны. Ну так покупает. В смысле покупал? Ну он же районы покупать там может, нет? Нет, только рынок. Ну а Сирейна он прокачал, нет? Не прокачивал? Или этого, как его, Мокшу. И Рейну, и Мокшу прокачал, и покупает все по очереди. Натиня, стопни, Мали, а? Да не вопрос, батюшка. Мали не надо стопать, все нормально у меня. Да. Я уже выехал, мужик. Науки 36. Все так говорят, первые два золотых века. Вон 86 у испанца, да? На 50 больше. Чай, испанцы, если что там. Улетает парень. Ну, у него горы, конечно. Грех не улетает. Хорошо заходит. Да тут и от стека горы. А, я далеко не заходил, не видел. Я не знаю, что он не улетает. Так, копейщики стоят пока здесь. Священное место. Тут есть 4. И тут 4. А кампус? Там только 4, да? Да, но здесь акведук надо будет делать, как мне кажется. Вот тут плюс 4 уйдет, когда я там кампус поставлю. Но все равно, наверное, видимо, тут надо ставить священное место. Крия, ты в союз не вышел еще? Это так гу дружить. Слушайте, а может мне Мачу-Пикчу реально построить? С моими горами-то это вообще будет зашибись. Так. 5 ходов, дружба. Надо бы мне скорее тут следить. А что я 3 лучника не сделал? Я что, где-то потерял лучника? А, я не апнул. А, так. Блин, нет. А, нельзя мечника, я хочу дуболомов еще поделать. Давайте во всех городах я поставлю лучше дуболомов делать. Воин.
Блин, встретил-таки Рим. Воин. Он, наверное, засоюзил какую-то ГГшку. Так, ну-ка посмотрим. Так, Ватикан, я сюзерен. Оба-на. Тинаюка сразу стала. Тикскока нет. И Болонья стала. Может, еще одного пусила купить? В Севилье, например. Надо было, кстати, в Севилье скорее пусила покупать. То есть вот тут еще куча... А, вон где он бегает. Давайте, наверное, куплю. И вот теперь гурдвары. Блин, а еще вообще надо бы еще одного рабочего было купить. Мне надо эту клетку выкупить. Быстрее, хотя, блин, и селитра нужна. Короче, мне деньги нужны. У меня их нет. О, я замки могу так открывать. Один ход. Или давайте образование откроем. И миссии будем строить. Так, мне еще оружейные нужны. А да, что? Я не тебя. Блин, у меня денег реально мало. Как же все плохо, а? Согласен. Не, может, мне все-таки военный лагерь сначала. И древние стены потом. Центр коммерции, конечно, тоже нормально. Соглы. Очень уж страшные скифы. На самом деле. Так, а дай тоже право прохода, пожалуйста. Давай сразу союз заключи. Я вышел уже. Ну, принимай право, кидай. Какой-нибудь там научный, экономический. Отстек предложение. Пойду-ка я рабочим поисследую там.
Территории. Так, хочу лян до прочных материалов довести. Потом буду... Так, феодализм открываем. Давайте, может, на создание юнитов. Чтобы тут дуболомы прям... Крия, у тебя сколько до союзов? 4 хода. Ну что, будет нападать, как вы думаете, скиф? Там 3 хода, по-моему, до конца. Да, 3 хода. Вопрос, куда он будет нападать? 5 ходов. Ну, наверное, Бильбао надо нападать. Барселона тяжеловато, мне кажется, все-таки. Но мне везде надо и стены поставить. Я, наверное, феодализм открою, поставлю карточку на стены и построю стены быстрее. Там аккад где-то берет. Ладно, тогда может быть и не будет еще нападать. Потому что я аккад даже не вижу, где. Ух ты. Уже и гильдии пошли. Забыл купить рабочих прошлым ходом. Ну, наверное, вольнодумство берем. Сейчас уже монументальность такси. Так. Гурдвары покупаем. Здесь, значит, стремя ускорили, порох давайте. Оружейную в Мадриде будем строить. Ну, я чисто ради защиты. Конгистадоры, конечно, сильны. Плюс 10 к боевой мощи на боевой клеток с религиозным юнитом. Так, хотел на строительство оборонительных зданий 100%.
7 ходов долго, не буду переключать. Интересно тут на озере поставить. Ну, как-то нет, слабенько. У меня тут, я смотрю, куча территории внизу. Я бы все-таки вниз вел. Колизей. Ну чё, какие пожелания? Каждый сам голосует или как? Ну, я бы предложил испанца религию осуждать. Ну, у меня, ну, ты, конечно, можешь предложить, но у меня один миссионер, который как раз на твоей территории ходит. Хочешь получить 25 мирового влияния? Да, не то чтобы хочу получить 25 мирового влияния, просто у тебя больше всего городов обращено в веру, и у веры вход очень много. На всякий случай. Ну, и как можно хочешь запретить расширение территории, потому что у меня больше всех наук. Ну и культура тоже хорошо идет. А, короче, я не успел проголосовать. Что там, лидера получается? Там вон Барселона. Крит так влился. Александр вот любит, короче, вот это. Расширяться. Так, где бы мне тут город поставить? Может, там, где, собственно, рабочий стоит? Дайте-ка. Рим, предложение. Чтобы мне тут поселов не забрал. Проблема у меня в том, что у меня денег мало для всяких апгрейдов и прочего. С другой стороны, если я выйду в теократию, может, все-таки наемников сначала открыть? Давайте наемников откроем. Я поставлю... Не, подожди, мне еще два хода стены строятся. Давайте один ход еще гильдии. Thank you.
ставить ли в Кордове стены? Мне кажется, нет. Давайте храм. Или вообще центр коммерции тоже. Промышленная зона. Что-то у меня производства маловато. Не нравится мне это. Стою пока здесь, потому что я именно сюда хочу город поставить. И все, это вся карта. Очень маленькая. Так, в Барселоне древние стены. Так, тут я гильдии один ход открываю, дальше в наемники идем. Блин, нужны еще рабочие. Мало я рабочих, мне надо было больше рабочих покупать за веру. Так, давайте все-таки храмы сначала. Где-нибудь я еще гурдвары могу купить? Тут я храм строю только. Может тогда апостола и укрепить религию? А, гурдвара... Нет, еще нет. И укрепить религию окончательно. Не вижу пока, куда мне еще веру девать. Что, защитника веры взять? Я, наверное, защитника веры возьму. Самое то в данной ситуации. О, Оливия отваливается по лояльности. Все в золотом веке. Минус 2,2. Блин, я увидел Каменка Днепровская, я уже решил, что Татиню тоже стал любителем переименовывать в украинские города. А потом вспомнил, что это у скифов такие названия. Научный союз. Скри. Вообще скри имеет смысл союз, чтобы карту открывать получше. Давайте примем. Вау, просто всю карту открыл. Шоколадные холмы. О, а что ж там город-то не поставил? Ну, потому что я не видел. Белые скалы Дувра и Рарайма. Таруга. Махенджедара, великое переселение. Кагуана, Ереван. Подожди. Барселону не видел. Там клетки 5-2, 3-3, 3-3.
теперь вижу. Фига себе, скиф, вот тут акад. Я думал, акад в другом месте. Вы там как-нибудь сами улетайте. Ну, скиф вам так рассказывает, таких клеток у меня 3 в Барселоне, и как бы все. И все остальное горы. Достаточно. Ну, а ты ацтека видел? Ацтек вообще им поступать надо. Вообще лечу, лечу просто. Не, вот почему ты не летишь, это другой вопрос. Почему ты не летишь? Ну, куда-то сюда надо везти, видимо. Все, аккад захвачен. Интересно вообще, интересно, ты ГГшки захватываешь? А там надо было. Блин, а как в Лавенте иудаизм вообще оказался? Потому что я красавчик. В смысле? Нет, ну то, что красавчик, я не спорю, как он просто там оказался? А, это твоя религия. Понял. Значит, решил, что это Мали. Слушайте, ну я все открыл, мне как бы скаут. Не знаю, пойдем попробуем поплавать, что ли, тогда кругосветку, чтобы совершить. Так, вот тут я хочу содержание юнитов теперь поставить. Апнуть до 3-го лучника. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут найти прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!